Всем привет! У нас выпал снежок, из-за этого потеплело. Так что сейчас я оказалась в достаточно новом для моего канала месте, поэтому немножко поснимаю. Просто хочу сделать прогулочку. Это Прага 4, я думаю. Сейчас проверим. Да, это Подоле, Прага 4. В основном сейчас мой путь будет лежать через частный сектор, но вот сейчас мы еще идем вдоль дороги и с квартирными домами. Это обычный спальный район, но дорогой, потому что он граничит с Прагой 2, с самым центром. И вообще он хороший, очень развитый, старый. Состоявшийся абсолютно район. Здесь много всего клевого и очень-очень люблю его. Вот эти квартиры на первых этажах. Самые-самые дешевые в Чехии. Выразительно дешевле. Они могут быть на 30% дешевле, чем. И вот в этом районе без решеток. Вот только магазин. Магазин с решетками, конечно, и все дела там. Часто у магазинов просто условия страховок и сигнализации таковы, что надо ставить решетки. Квартиры тут, в принципе, все без решеток. Это очень спокойный, безопасный район. Обычная новостройка, но она очень дорогая. Там квартиры по 8 миллионов крон. Просто потому, что место такое, очень близко к центру. И то, что безопасно и хороший развитый район, а на самом деле по качеству примерно такая же, как новостройки эконом-класса. Тут очень много всяких горястостей в этом районе, поэтому очень многие дома расположены каскадом, открывается вид друг над другом. Вот этот новый дом. Прикольный такой. Я говорила, что я не очень люблю новые здания, не чувствую в них души, но это один из тех, который мне нравится очень. И расположение, и дизайн. И вот такие круговые у них гостиные, полностью окруженные стеклом, полностью французскими окнами. Здесь офисы на первых этажах, а уже со вторых этажей начинаются квартирки. Он малоэтажный, уютненький очень, на мой взгляд. Это старый жилой фонд. Это кухня, кухня какая-то. Магазинчики продуктовые маленькие. Это такая обычная состоявшаяся Прага, обычно состоявшийся район, не развивающийся, уже состоявшийся с историей и где уже фактически строить негде. То есть здесь застройщики борются за каждый метр, чтобы только им разрешили что-нибудь снести или у кого-нибудь что-нибудь перекупить, чтобы построить, потому что здесь очень дорогая земля. И также сейчас пойдем в частный квартал, возможно, это будет уже другое видео, потому что достаточно далеко. Вот, ну. Но тем не менее, в частном квартале там тоже мало новостроек, потому что тоже люди не всегда разрешено сносить старое здание, не всегда есть возможности финансовые и так далее у людей строить новостройку, потому что здесь как бы пустых участков просто нет. Единственный вариант получить здесь новый дом семейный, это просто снести старый. Вот так. Хотя, как Лёшка мой в строительстве работает, мы с ним считали, что эти участки настолько дорогие в центре, что проще зачастую действительно купить дом под снос, вот который, когда участок что-то стоит, а дом, конечно, они бесплатно не отдадут, они тоже за него будут лупить деньги, хотя он и уже фактически непригоден для жизни будет. Вот, но мы посчитали, что все равно выгоднее гораздо его снести,
даже если дому 30 лет, то зачастую его выгоднее просто снести, чем ремонтировать. Ремонты невероятно дорого в Чехии стоят. А зачастую, когда нужно менять все, начиная от крыши, всех полов, электричество менять и все, то получается, что выгоднее построить заново здание, чем ремонтировать его. Вот так. Это, кстати, очень большое надувательство для людей, которые вот на это покупаются, да, вот мы очень часто с Лёшкой, поскольку он в этом работает, разговариваем на эту тему, просчитываем, и вот часто рекламируются дома, в том числе в Чехии, что дом это, мол, на всю жизнь, и это твое, и это тебе, и все круто, и все классно, и типа никаких проблем. На практике недвижимость устаревает просто невероятно. То есть вот, например, я уже несколько раз рассказывала, что вот эти исторические квартиры в Праге 1, например, которые там 16-18 века, они настолько тотально устарели, они не соответствуют ни высоте потолков, ни освещенности современной, никаких технологий в здании нету и во всем. То есть это просто надо безумно любить вот эту старую архитектуру. И я тоже много раз говорила, несмотря на то, что я ее обожаю, эту старую, вот в таком старом доме я бы не покупала. То есть для меня абсолютный предел. Абсолютный предел старости здания – это, ну, я не знаю, начало 20 века. То есть, ну, может быть, еще, я не знаю, ну, 1895 года еще бы я для себя рассматривала. Дальше все. Там настолько все тотально устаревает, не соответствует современным нормам и все. И вот тоже знакомые у нас были, кто покупал вот эти вот старые дома. И вроде семейные, вроде они и не такие старые. Например, 30 лет упомянутых мною. Но на практике там столько инвестиций, ребята. Там столько инвестиций, что проще этот дом снести и построить новый. Потому что даже проинвестировав огромное количество денег, нет абсолютно никакой гарантии, что этот дом будет соответствовать и все нормам современным. В частности, у него совершенно запредельные теплопотери. И в Чехии отопление настолько дорого стоит, что это очень чувствуется. И многие люди, кто вот как бы хотел сэкономить и, например, не построил новостройку, а купил какой-то вот такой старый дом и постепенно начинает его типа там ремонтировать, и все, эти дома просто не держат тепло. Ты топишь, и просто можешь себе спокойно 250-300 евро натопить и в месяц. И будешь сидеть с таким счетчиком. При средней чешской зарплате, да, я не знаю, медсестра, например, там, может, $1000 получает. Но вот представьте, что при такой зарплате это надо треть вывалить просто за отопление. Это мало кто себе может позволить. И в итоге этот дом может обернуться очень глупой покупкой и сумасшедшими растратами и всем. То есть нужно взвешивать, нужно обязательно при покупке дома звать эксперта, а то и ни одного. Лучше на эксперте потерять там какие-то деньги, чем потом просто купить эту развалину, вбахать в нее миллионы, чтобы довести ее до ума и никогда этого ума не получить. Эта ситуация уже не раз рассказывали мне люди, и раньше я этого абсолютно не понимала. Я всегда за все такое старое. Мне казалось, что дом 30-40 лет, семейный — это вау. Но вот мой муж меня переубедил насчет этого. Приводил мне множество аргументов, просчитывал, показывал мне. И я поняла, что это действительно очень рискованно, невыгодно и стрёмненько. Вот такой замочек. Ну что, мы вошли с вами в частный квартал, и я, наверное, уже здесь остановлюсь и сделаю отдельное видео, чтобы не мешать ту шумную улицу с тишиной. Может быть, кто-то захочет посмотреть их отдельно.